В этом учебном году в 7-й школе педагоги возобновили проведение мероприятий, которые позволяют объединить детей одной параллели. Мама, папа, я – спортивная семья. Эти веселые эстафеты с успехом прошли у учащихся 3-х классов. Дети – это наше будущее. А чтобы будущее было здоровым, нужно с малых лет прививать навыки здорового образа жизни, воспитывать в них бережное отношение к своему собственному здоровью, приучать к спорту. Приветствовали команды в этот день сказочные герои Баба-Яга и Кощей Бессмертный. Участников ждали веселые задорные конкурсы, эстафеты, состязания. Наравне с учащимися в соревнованиях приняли участие и родители. Они отважно вели свою команду к победе. День здоровья в начальном звене – это веселый праздник хорошего настроения, спорта. Надо добавить, что это мероприятие прошло в рамках антинаркотического месячника, направленного на пропаганду спорта, физической активности и формирование негативного отношения к вредным привычкам. Так в школе прошли классные часы, внеклассные мероприятия, конкурсы рисунков, выставки на заданную тему. В частности, была оформлена целая стена с полезными рецептами. Школьники поделились секретами своих любимых салатов. Первых и вторых блюд, достаточно простых в приготовлении. А в результате веселых спортивных конкурсов победила дружба, и все участники получили заряд бодрости и позитива. А в качестве награды – конфеты на всю команду. Мне очень понравились сегодняшние соревнования, которые дали возможность проявить себя, увидеть, на какие способности, на что способен ребенок. Потому что она тоже давно занимается спортом, и это позволило нам еще больше раскрыть друг друга. Хочу сказать школе огромное спасибо, что позвали на эти соревнования, которые позволяют укрепить здоровье, сплотить коллектив. Зовите нас еще, мы будем очень рады, будем ждать таких приглашений и побольше таких соревнований. Всем спорта и всем здоровья! Сегодня нас пригласили на участие в конкурсе. В принципе, было слегка сложно, но мы все прошли. Нам понравилось, слегка было сложно. В этом учебном году мы возобновили проведение мероприятий, которые позволяют объединить детей одной параллели, пригласить родителей. И вот сегодня состоялось одно из таких мероприятий. Мама, папа, я – спортивная семья. Данное мероприятие было проведено в рамках антинаркотического месячника. Подобные спортивные соревнования позволяют формировать у детей навыки здорового образа жизни, сплотить детский коллектив. Принимали участие ребята 3-й параллели. В каждой команде участвовали еще и родители обучающихся. Ребята соскучились по таким мероприятиям. Они участвовали с задором, с желанием. Все стремились к победе. Ну и, конечно, проигравших в этой эстафете не было. Светлана Баварская, Виталиус Гринкас, Фурманов ТВ.